На объектах теплоснабжения городского округа Люберцы проходят пробные топки. Это необходимо для того, чтобы убедиться в работоспособности системы до старта отопительного сезона. На одной из котельных, которая прошла тест-драйв, побывала Луиза Егиазарян. А так как у нас система уже заполнена, мы открываем систему. Несколько движений, и тепло подано. Котельная, расположенная на Октябрьском проспекте, полностью готова к отопительному сезону. Осталось только убедиться, что все функционирует в штатном режиме. Для того, чтобы система работала как часы, было приложено немало усилий. Над этим команда теплосети трудилась все лето. Обследование и техническое обслуживание газового оборудования. Согласно договору с Мособлгазом. Далее, значит, промывка и переборка теплообменников, ревизия запорной арматуры в обязательном порядке и также проверка режимных карт процесса горения непосредственно на котлах. Работа оборудования показала, что подготовка к отопительному сезону проведена качественно. Пробные топки как итоговый вердикт. Либо система запущена удачно, либо нужны срочные меры по устранению неполадок. Мероприятие будет проведено на всех котельных. Согласно графику, каждая ресурсоснабжающая организация проведет пробную топку. Здесь все прошло штатно, все было выполнено согласно регламенту. Все работает. На сегодняшний день все 82 котельные в городском округе Люберцы готовы к отопительному сезону. Когда в течение 5 дней среднесуточная температура воздуха будет ниже 8 градусов, они заработают в полную мощность. В первую очередь тепло придет в социальные объекты, затем постепенно начнут подключать многоквартирные дома. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, Люберецкое телевидение.